Всем привет! В этом видео я расскажу, сколько молитв вы еще успеете накопить на то, чтобы выбить Сяо или Шэньхэ. Для тех, кто ждет Ганьюй или Джунли, это видео также будет полезно. Также у меня на канале сейчас проходит розыгрыш 20 лун, ссылочка есть в описании. Ну и вступайте в нашу группу ВК. Всем приятного просмотра! На первый взгляд, может показаться, что обновление 2.4 принесет множество примагемов и молитв. Но на самом деле все эти награды мы получим во второй части обновления, то есть уже после баннеров Сяо и Шэньхэ. Поэтому, если вы хотите выбить себе этих персонажей, то смотрите внимательно. Компенсация за технические работы принесет нам 600 примагемов. За выполнение ежедневных заданий на протяжении 28 дней мы получим 1680 гемов. Новая Витая Бездна даст нам 600. Также впереди еще 3 интересных события, за каждое из которых мы получим по 420 камней истока, то есть в сумме 1260. 40 гемов за 2 тестовых забега. Отметки на Хойолэп также дадут 40 примагемов. На новой локации Энкономии можно будет собрать около 1600 примагемов. Сюда входят сундучки, телепорты, квесты и так далее. Наконец-то мы апнем Сакуру до максимального уровня и получим еще 2 дополнительные молитвы. За свидание с Нингуан и Юньцзинь в сумме мы получим 180 камней истока. Также через 3 дня обновится магазин Паймон, и мы получим еще 5 переплетающихся судеб. В итоге, фри-ту-плей игроки смогут накопить 6360 камней истока, что равняется почти 40 молитвам, и еще 5 молитв из магазина Паймон. А вы будете выбивать себе Сяо или Шэньхэ? Или ждете Ганьюй и Джунли? Пишите свои ответы в комментариях. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!